Ну вот, наконец-то у нас пошла съемка. Кадиллак. Одна из первых моделей. Хозяин. Дом какой-то. Дом переньем. Короче, так вот. Здесь большое количество автомобилей из частных рук. И, естественно, каждый хочет похвастаться своей какой-то уникальностью. Ну вот, видишь, эта машина участвовала в оффроуд в 75-76 году. Побеждала в каких-то соревнованиях. Это Линкольн. Ухожено так все. В таком состоянии. Шикарнейшем. Это Кадиллак. А? Что сказать? 53-го года, Эльдорадо, convertible, то есть, ну, с подъемной крышей. Посмотрите, что происходит. Это вообще с деревянной. Полировочка, кожаные сиденья. Красавчик, да? Это, конечно, серьезно, надо в багажник. Ну, подожди, диваны. Вот это, сейчас не делают таких машин уже. Ну. Здесь, наверное, разложить можно и спать. Прекрасно, с удовольствием. Кадиллак. Наверное, далеко нам придется идти. Континенталь. Диванчики. Красавчик. Опять, конечно, протирает машинку сам розовым. Хозяин. Придерживает свою малютку в лучшем стиле. Смотри, столько много машин, как они их здесь в хаотическом таком порядке расположили. Вот это, конечно, кабриолетик. Багажник, специально ветровое стекло отдельно сделано, да? Не ложиться и не трогать. Зеркальце можно посмотреть. Знаете, отражение такое. Гуси-лебеди. Красота. Смотри, какой двигатель внутреннего сгорания. Ну, это топливный, наверное. Так, что тут у нас написано? Стоил 3650 долларов в 1935 году. Ну, это прикольно. Ой, смотри, это правда машины начала прошлого века. Видите, какие, а? О, этот прям работает. Мотор. Сам приехал. Заводил. Представляешь? Вот люди как. О, вот это. Бьюик возил международные делегации. Смотри, какая здесь красотка. 1939 года, а?
люди фотографируются. Вот здесь такой номер, значит, это историческая машина, historic vehicle, и не требует специального разрешения, она как наследие такое, да? Смотрите, какая сидит группа во всем белом. Такая, конечно, у них песня. Супер чайник. Красота. Вот это, конечно, безусловно. 26-го года аппарат. Посмотрим. А 23-го. 23-й. Там у него полироль, протирается, кожаный салон. Сохранено, конечно, все в уникальной, в уникальном состоянии. 31-го года. Model L седан. Вау, какие дизайн. Такие вот машины здесь, друзья. Это в частных коллекциях. В музее тоже, конечно, есть. Но в основном в частных коллекциях номер калифорнийский 1934 года. Прикольно. Deluxe пикап. Это случайно затесалась современная, более современная. Донатач. Смотрите, смотрите, но не трогайте. Уже ухожено. Все. Не хотят заляпывать эти замечательные аппараты. Четвертого года Линкольн Континенталь. Сейчас мы находимся в Холливуд на 3-й стрит. Плотность народа и желающих посмотреть эти автомобили прям зашкаливает. Столько интересующихся людей. 1967 года. Фантом Баккарада. Видишь, здесь исторические всякие моменты. Здесь этой машины. Farmers Market у нас. В принципе, экспозиция достаточно небольшая. Типа скоростная, да? 73-го года. Вообще, что за модель, я не знаю. Какая-то непонятная. American Motors. Вот это купчая. Sherman Oxy было куплено. Даже не пойму, в каком году. Да, такая есть. American Motors. В общем, нереальное количество. Люди. А вот как. Назад в будущее. Ненавязчивая реклама.
садиться типа нельзя, но смотреть можно. Пожалуйста, для серферов пикниковый наборчик. Кока-кола, все как положено, все на местах. Заканчивается наша экспозиция. Ой-ой-ой. Это точно какая-то гангстерская мафия ездила. Точно. Ракета на капоте. Майкл. Точно, точно. Смотри. Чтобы кровью салон не заливали. Две пару машин еще, пару автомобильчиков. Еще одна с красным. Вау, ну это, конечно, уникально. Красный салон, а? Парочку еще. Oil Company. Ну и пожарка. Пожарка. Пожарная машина старинного образца. Ну все, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Прекрасно. Прекрасная музыка и собачка.